Всем привет, друзья, с вами Сникермульт, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Revelations. В прошлой серии мы были балачником, и мы находимся в запретной зоне. Не знаю почему. Потому что это, по-моему, дворец или что-то. Дворец или что-то типа того. Не. Там у нас задание впереди. Сначала мы слазим на вышечку. Так, нам выше, я думаю. Или нет? Да, нам определенно нужно выше подняться. Вот так это делается. А где у нас, кстати, книжка эта? Вот она, да? Потом сходим на нее. Синхронизация. Еще бы не попасть с этим янычаром. Чёртовым. Задание так неудобно расположено где-то в запретной зоне. Тихо. Спокойно, янычарки. Здорово, принц. Я устроил встречу моего дяди Ахмета и капитана янычаров Тарика Барлетти. Янычары преданы моему отцу, но их беспокоит то, кого он хочет видеть своим преемником на троне. Ахмета. Именно. Янычарам по душе мой отец Селим. Да, это проблема. Но как в этом замешаны византийцы? Я думал, ты знаешь. Может, поможешь мне разобраться? Я сам за ними следил. Я помогу, пока мы будем делать одно дело. Я приму любую помощь. Наверху башни есть люк, что ведет в тайную комнату. Спрячься там. Спрячься. И смотри. Ясненько. Но опять на ту башню, на которой мы только что, да, были? Угу. Спокойненько, без нервов, пробегая мимо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, капец, короче. Вас не должны обнаружить, конечно. Но сейчас янычары, с янычарами очень проблемный бой. У нас есть это? Вот это мне. Убить его! Пошел он. Вот их хер замочишь. В атаку! Пошел он. Живей! Как же домой вы завес-то бросите, не помню. Очень сложный враг. Ага, один есть. О, серия атак терех. Неплохо валить. А, наежишь, точно, точно. 90 плюха, ага. Вот так вот. Опасные вражины, очень опасные. Прям супер опасные, я бы сказал. Элита, все-таки. Пособираем с них всякие пули, да лекарства.
которые нам потом пригодятся, наверное. Так, теперь пора уже и на башню. Я не ждал, что тут будут тоже эти враги стоять в проходе. Это для меня было полной неожиданностью. Так, где этот люк? Вот он, да? Залазим в потайную. Племянник прав, Тарик. Вопиющая халатность. На грани измены. А уж то, что ваших янычаров превзошел итальянский лютнист, абсурд. Непростительная ошибка, Эфенди. Я сам проведу расследование. Расследование проведу я, Тарик. По вполне очевидным причинам. Эвет Шезаден, вы мудры, как и ваш отец. И не менее строг. Дядя, я так рад, что вы в порядке. Взаимно, Сулейман. Да хранит тебя Аллах. Тарик Бей, пару слов. В чем была цель этого нападения? Выставить меня слабаком? Плохим правителем? Если к этому приложили руку вы, Тарик, это большая ошибка. Отец выбрал будущим султаном меня, а не брата. Ахмед, я даже помыслить не могу о той мерзости, в которой вы меня обвиняете. Отчего янычары с таким презрением относятся ко мне? Что сделал для вас мой брат, чего не сделал я? Откровенно? Конечно. Вы слабы, Ахмед. Суетливы в мирное время и нерешительны на войне. Вам чужды священные традиции Гази, а среди неверных вы распинаетесь о братстве. Ха. Из вас вышел бы хороший философ, Ахмед, но султаном вы будете никудышным. Ступайте, Тарик. Зато честно. Какова семейка, а? Нашего дядю не любят те, кем ему предстоит командовать. Тарик хороший воин, хотя горд и амбициозен. И он просто обожает отца. Но он не смог предотвратить атаку византийцев. А это уже подозрительно. Верно. С чего мы начнем? Пока понаблюдай за Тариком и янычарами. В свое свободное время они часто бывают на базаре. Хорошо, я попробую. Да. Сейчас придется следить за этими янычарами. А сейчас можно сбегать к книжке. Так. Основного задания, кстати, что-то пока не видно. Почему так? Или нужно найти базар и самим проследить за янычарами? Надеюсь, что не так. А то я не, понятия не имею, где базар тут. Ну, просто ни малейшего понятия. Нам, кстати, парашюты купить. Это было бы вполне неплохо. Быстрым перемещением не будем пользоваться пока. Так, пешочком добежим. До книжонки. И вроде недалеко уже осталось относительно. Там сзади был этот вещатель. Нужно было его сейчас прикончить. Ой, прикончить, говорю, подкупить по-хорошему. Так, тут у нас вышка, которую бы неплохо было посетить. Что мы сейчас и сделаем? Можем наверх, потом на ту колонну. И на ту колонну что? С вышкой.
Так, осмотримся. Шатый. Сейчас мы опять провернем с тобой ту же хитрость. И вот так вот. Ага. Ты еще не знаешь, что тебя наиб обманули. Слева, я так понимаю, у нас вышка там. Сейчас возьмем книгу. А это. Ясно. Нити наших судеб переплелись. Два итальянца, которых занесло на восток. Вы чувствуете силу магнетизма? Это же Дуча. К вам точно нет, миссэр. Отвяжитесь. Он пристает к вам, София? Дуча. Простите, миссэр, но мы с этой Донной... А, и дьявола имперсона! Назад! Дуча, ну здравствуй. Бегите, Бонадонна! Бегите прочь! Кто это был? Он Кане. Он когда-то был помолвлен с моей сестрой. И чем закончилось? Его Кацу сватался еще к шести. Еду гоня. А что привело вас на пристань? Да вот зашла с работы забрать посылку. Но мне сказали, что у капитана что-то не так с бумагами. Вот стою и жду. Кисса Гатура, тут и весь день проторчишь. Может, и не придется. Я знаю, как можно обойти правила. Серьезно? Си. Я потом зайду к вам в лавку. Так. Нужно забрать посылочку. Софии. Блин. Твою мать. Ладно. Чуть не зафейлили, но я думаю, мы зафейлим обязательно. Твою мать, что там творит этот? Ой, там какие-то бесы прыгают. А, ясно. Замечено мне и удалось. Короче, ясно. Ясно. Ну где ваша? Ага. Перфетто. Так, теперь выходим из этой зоны. Немножко не удалось пройти незамеченным, но так тоже сойдет. Катерина, говорю. Это я все Катерин Сфорц вспоминаю. София, думаю, не узнает об этом. Как мы добыли эту посылочку. Все в порядке, она будет довольна. Ну, мне так кажется. Что интересно там внутри? Ну, смотреть, я думаю, не будем, потому что это неприлично. Да-да-да, давай. Говори больше. Синхронизейшн. А ты следишь за собой? Фрагмент. Фрагмент данных анимуса. Он нужен для того, чтобы открывать там
Когда играем за Дезмонда в этом, в его бреду, так сказать, там решение загадок, и чтобы открыть последнюю как бы колонну, в которую можно будет войти, нужно будет 100 собрать вот этих штучек, по-моему. Ну, вроде как, по идее. Такое поведение недопустимо. Вот мы добрались до старой лавки Никола Поло, в которой обосновалась София. Привет, Эдсо. Ну как? Мадам Иджелла, София Сартер, Либрая, Константинополь. О боже, только взгляните. Они что, от пиратов ей отбивались? Ну, вроде неплохо. А, правда красота? Это копия карты Мартина Вальдзе и Мюллера. Видите? Новые земли, описанные мессером Америго Веспуччи. Бедный Христофор Колумб. Как ведь повернулась история? Что вы скажете об этом водном пространстве? Может, новый океан? Все мои знакомые ученые считают, что Земля больше, чем мы думаем. Инкредибели. Чем больше мы узнаем о мире, тем меньше мы о нем знаем. Что ж, вы сдержали слово, и я не останусь в долгу. Если все верно, это укажет вам, где находится первая книга. У меня голова кругом идет от мыслей, что я увижу эти книги. Утраченные знания непременно должны быть возвращены. Может быть, я сама отпечатаю несколько копий. 50 уже было бы неплохо. Перкериди? Простите. Приятно видеть такое благородное стремление. Это вдохновляет. Ну надо же, откуда это у вас? Грация, София. Я вернусь. Спасибо за информацию. Книга, кстати, недалеко отсюда находится. Сейчас за ней избегаем. Почему нет? Она где-то здесь. Еще выше. На самом верху там, да? Крюк, как я уже говорил, очень сильно помогает лазать по всем этим выступам. Намного быстрее это все происходит. Еще выше. Интересно. А что тут ее запрятано-то? А, это нам отсюда надо смотреть. Это не книга. А вон она где, да? Блин, я хотел на парашюте тут долететь. Ладно, куст тоже сойдет. Что это за сооружение, кстати, тут было? Интересно. Так, вот здесь у нас находится первая книга. Я уже не помню, сколько их там собрать надо. Найдена книга Люд Пранда Кремонского, посольство в Константинополе. Ясненько. Ну, идем, я думаю, сейчас к следующей книге.
Теперь-то мы, по идее, знаем, как их искать. Что это с книги? Книги разбросаны по всему Константинополю. Ну, пойдем на очередное воспоминание Софии. Нам бы сейчас день быстрое перемещение найти. Слева. Где-то слева от нас, вот в этом направлении надо сейчас бежать. Мы, по идее, должны найти то, что нам нужно. А нужно нам быстрое перемещение по катакомбам. Вот он. Как хорошо, что они все открыты. Так. Во. В укрытие можно сразу. Отлично. Ну, как раз там рядом воспоминания Софии. Что-то мне язык заплетается. Стульчик. Так, хреново, что убраться нельзя быстро бегать. Только вот так вот. Неизвестно, почему это. Выходим. И тут рядом у нас кузнец же есть, да? Где у нас кидончики неплохие. Надо сейчас заглянуть. Может, что новое? И в банке тем временем 7200 у нас. Да, блин. Значит, другой раз. Подожди, я что-то тупанул. Наспехи. Наголенники Азапа. 1076. Но они довольно недорогие. Эти доспехи Азапа. Нагрудник Азапа. Больше всего брать не дает и жизни. Так. Отремонтировать надо бы. Это дело. Починим все. На арбалет надо накопить. Я все забываю про него. Так, воспоминания Софии. А что он тут делает? Недалеко так отбрасывал. А, или это воспоминание, наверное, не Софии, а вот именно книг этих. И оно наверху, я так полагаю, да? Да, нужно забраться наверх там. Слева вон там можно спасти горожанина. Чтобы он встал на нашу сторону и присоединился к ассасину. Но мы пока не будем этого делать. Потому что мы лезем на воспоминания Софии. А, ну еще где-то выше, да? Угу. Вот оно. Что это у нас? Неужто мы сейчас найдем еще один ключ Альтаира? Ну, я, конечно, не сильно в этом уверен. Интересненько. Подсказка, оставленная Пола, прилагается в городскую башню. Смотрите башню, но будьте осторожны. Что же нам тут может помешать обследовать ее? Ага, ясно. И полетели, да?
Да уж. Падение было не с легких на камень-то. Хреновастенько падать на самом деле. Ой-ой-ой-ой. Что происходит? Ой, за что-то зацепились. Прямо в самом краешке. Да. Смотрите пещеры под Галатой. Будет сделано. Ого. Тихо. Что-то как-то все хлюпенько держится тут. Хлипенько. Так, тут у нас пещерка. Ну или что, это шахта тут? Так, прыгаем. Несложные акробатические упражнения. Не, ну как несложные? Сложные. В смысле, их в игре нетрудно исполнять. Но в жизни такой хер кто сделает. Блин, только главное, чтобы камера нас не подводила тут, как обычно бывает с Assassin's Creed. Вот, ясно. Нажимаешь право, он летит как-то, не знаю, под углом, что ли. Ну, не чисто вправо, как ты показываешь. Иногда нормально летит, иногда нет. Так что вот нельзя, лучше не сокращать вот так вот, как я сейчас сделал. А лучше доползти спокойненько и запрыгнуть. А прыгать так в сторону лучше не надо. Игре это не нравится. За 6 минут мы уже вряд ли успеем. Это я, в этом, я думаю, я можно уже уверенным быть. Вот сейчас сквозь водопадик покупались еще раз. Сейчас бы не упасть отсюда. Тогда будет вообще все хорошо. Так, спокойно. Вот о чем я и говорил. Все держится крайне херово. Хоть успели зацепиться. Так, идем дальше. Где-то в этой пещере есть что-то секретненькое. Куда мы падаем? В водичку. Ясно. Нас бы не снесло. Вроде не сносит. Хотя течение довольно сильное. Ой, мозг какой хреновый-то, а? Ну вот держится пока. Как же все тут держится, это вообще непонятно.
Так, нам еще довольно далеко бежать. Тихо. Спокойно. Сейчас бы это на полпути не оторвалось. Да. Но мы вроде долетели. Блин, это как это все удерживает? Он же довольно старенький. Так, кто? Че я тут? Ну, вон, кнопки ассасинов я вижу. Да, видимо, мы нашли еще один ключ Альтаира. Ого! Нифига себе, нормально так накинуло. Ну, тут не очень. 1600, конечно, это, конечно, мощненько. Так. Тут вот есть. Ух ты, с первого раза прям. Открывай нам дверь. Слушай. Да. Это именно то, что нам нужно. Два ключа у нас уже есть. Их всего, сколько, я не помню, 5 или 6. Один еще у тамплиеров. Да-да-да, их 5. Один у тамплиеров, еще нужно два найти, видимо, так, в гробницах. Почему я не могу подлечиться? Странно. Но это вот отсюда выбирается как-то сам. Сейчас бы в банк заглянуть, у нас там неплохая сумма лежит, 7200. Вылезаем стандартно, из люка канализационного. Что-то там пацаны говорят. А еще ля-ля-ля-ля, что-то не по-русски. Отправляемся на еще одно воспоминание Софии. Что же на этот раз нам предстоит сделать? Крюк реально спасает. Тихо. Перелазим через стену. Да кого ты? Спокойно, паренек. Приляг, отдохни. Ага, тут банк у нас, кстати. Он мне знаком. Тихо. Тихо. Ну твою мать. Запалил нас. А, нет. Буквально чуток не успел. Отлично. Сколько у нас денег? 16. Можно чуть-чуть потерпеть, поднакопить, купить наконец уже этот. Господи, кто он? Ну кто он? Скажите мне. Арбалет. Вот. Очень мощненькое оружие. Довольно скорострельное. Ага, вот оно. Очередное воспоминание Альтаира мы сейчас увидим, я так думаю. Именно его и сейчас мы и посмотрим. Опять эти колонны из... Ну, похоже на те, что в гробнице, куда Эцио положил яблоко. Держал в руках огонь, старик. Его нужно было уничтожить. Уничтожить единственное, что может положить конец крестовым походам? Никогда. Простите, наставник, но яблоко развратило вас. Вы бы с его помощью испортили нас всех. Чтобы жили мы
Вы должны умереть. Так все кончено? Этот колдун мертв? Он не был колдуном. Обычный человек, это и мастер иллюзий. Ты подготовил костер? Там было всего 26, кстати. Да, но... Альтаир, многие из наших, они не смирятся с этим. Я сам разберусь. 26 лет было, наконец, в первой части Альтаиру. Я думал, он старше. Не потеряйте более 3 точек синхронизации или очков. Ты готов к дороге? Да, вполне. Я отправил Малика в Иерусалим с вестью о смерти Аль-Муали. Ты сможешь отправиться в Акру с тем же? Конечно. Что происходит? Упустите меня, господи. Как до этого дошло? Капец. Мой разум был ясен, но тело. Я не мог двинуться. Причиной всего был наш наставник. Я этому не верю. Аль-Муали. Не могут поверить, что это их наставник заставил их что здесь делать. Наставник обманул нас всех. Его совратили тамплиеры. Где доказательства? Иди со мной, Аббас, и я объясню. А если ты не убедишь меня? Я постараюсь тебя убедить. Я тебе горло проткнул. Помнишь артефакт, что мы нашли у Робера де Сабле в храме Соломона? Артефакт, за которым послали тебя, а принесли другие? Да. Это яблоко Эдема. Орудие тамплиеров. Оно создает иллюзии и управляет разумом. Опасное оружие. Аббас же сам был под этим воздействием, помню. Попал под его власть? Да. Сегодня он использовал яблоко, чтобы подчинить Масиал. Ты сам видел? Я не знаю, что я видел. Слушай, Аббас, пока яблоко в безопасном месте. Когда я закончу здесь, я все тебе покажу. Альтаир! Нет! Чё нет-то? Я должен знать, что он не вернется. Но мы так не делаем! Жечь тела людей запрещено! Отступник! Послушайте меня. Это тело может быть фантомом Аль-Муалима. Я должен быть уверен. Ложь! Ты всегда презирал наше кредо! Ты подстраивал наши законы под свои прихоти, плюя на всех остальных и унижая их! Я спас вас, идиот! Ты что, господи, не слышал? Хоть дебил! Аль-Муалим околдован! Ой, дебилоид. Насколько я помню, Аббас еще на время станет лидером, по-моему, братца. Некоторые, кстати, за нас. Я сделаю что угодно! Меня. Не подходи ко мне! Братья своих мы не будем убивать, а просто их разоружим. Мы можем подружить! Некоторые за нас, некоторые не за нас. Гребаный Аббас. Вот придурок, а нихера не понимает. Что я говорил, Альтаир? Аббас, стой! Яблоко где нашел? Они восприняли бы смерть любимого наставника. Ты меньше всех любил Аль-Муалима. Обвинял его во всех грехах, даже в самоубийстве отца. Мой отец был героем! Сейчас не время вспоминать былые обиды. Надо решать, что делать с этим оружием. Что бы ни делал этот артефакт, ты не достоин носить его! А ты достоин, да? Ты тоже. Ох. Как же оно прекрасно. Все ясно. Феерический долб... долботряс, блин.
зарядочка. Бам. Господи. Тихо. Нас это не сильно действует. Так. А постолько... Ну что, сейчас сдохнет сейчас. Господи. Тихо-тихо. Мамородная. Тихо. Он где-то здесь. Да, не умеет он использовать яблоко определенно. Стой! Они мертвы? Прости меня. Я не знал. Только тот, у кого есть... Ты откроешь свои тайны? Или приведешь нас всех к гибели? Только тот, у кого есть кровь предтечи, может его нормально использовать, видимо. А может и нет. Но по идее так должно быть. Обычным людям оно затмевает разум. Альтаир, в 26 лет уже наставник расколотого ордена. Как он справлялся с такой ответственностью и неограниченной властью? Во-во. Я про то же. Тем временем последовательность совершена. Какая уже? Ну, покажите, какая. Четвертая. Отлично. Это просто замечательно. Сейчас мы опять окажемся на этом острове, я так думаю. Что-то... А вот. Я познакомился с атаманским принцем Сулейманом. Он очень умный юноша, что в таком возрасте редкость. По его предложению, я займусь расследованием деятельности янычаров, которые, вероятно, помогают тамплиерам. Если мне повезет, они выведут меня на главных заговорщиков. А тем временем, венецианка София Сартер продолжает помогать мне в поисках ключей Масиафа. Она очень приятная дама. Интересная. И увлеченная своим делом. Но пока что я не решился рассказать ей о своих истинных намерениях. Тех, кто не участвует в этой борьбе по велению сердца, негоже впутывать в нашу войну. Да. Так, мастерской кузнецов доступны новые предметы. Это не может не радовать. Но проходить мы продолжим в следующей серии. С вами был Снекер Мульти. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, конечно, ставьте лайки. И все такое. Всем удачи и пока.